Здравствуйте, к вам пришли члены участковой избирательной комиссии. В преддверии выборов 9 сентября начинают информировать избирателей о месте и дате голосования. Члены участковой избирательной комиссии с 7 августа в течение 10 дней будут работать на своих территориях. Они будут общаться с избирателями, это будет поквартирный обход, с разъяснениями о том, где, когда, каким образом будет проходить голосование. Как это делать правильно, членам участковых избиркомов рассказали на обучающем семинаре, который состоялся в ОДЦ «Октябрь». Здесь же выдали удостоверения, которые сотрудники комиссии должны предъявлять. На них фотография, печать территориальной избирательной комиссии, подпись председателя Ольги Дмитриевой. Всего в эту выборную кампанию будут работать 1200 членов комиссии. Напомним, избиратели уже сейчас могут написать заявление для прикрепления к участку по месту нахождения, если не смогут проголосовать 9 сентября по месту регистрации. Уже с 25 июля это можно сделать на портале госуслуг. Это можно сделать в 13 МФЦ на территории нашего района, в МФЦ их филиалах. И это можно сделать в пунктах приема этих заявлений при территориальной избирательной комиссии. Они находятся в администрации города Хотьково. Такой пункт находится в Доме культуры юности в поселке Березники и в 102-м кабинете администрации района. 9 сентября будем выбирать губернатора Московской области, а жители Краснозаводска еще и главу поселения. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных. Программа «События».